дальше мы презентовали чуть-чуть позже, так как наши клиенты захотели отдельные кабинеты. Нам пришлось создать удобство для наших клиентов, и мы сделали кабинеты для парикмахеров, отдельный кабинет. Вот. Для маникюристов. Вот мы можем зайти сейчас посмотреть, как раз идет работа. Садите. У нас получается здесь кабинет для маникюра и педикюра отдельно для удобства наших клиентов. Вот. Что здесь есть? Педикюр, маникюр можно сделать 4 руки. 2 мастера работают, чтобы экономить время наших клиентов. Сейчас это очень актуально. Вот. Времени, как обычно, у всех. Да, вот. Поэтому у нас VIP-кабинет всегда занят, можно сказать. Кресло непростое. Да, с массажными функциями. Здесь вытяжка идет полностью. Хоть это нулевой этаж, но здесь воздух чище, чем на втором. Айнур, я смотрю, все продумано до мелочей. Посмотрите, какие люстры. Откуда дизайн? Ну, как бы мне пришлось нанять специалиста, да? Но мы очень долго выбирали. Я хотела, чтобы мне нравилось, чтобы и дизайнер одобрила. Но я думаю, в конечном у нас получилось как бы очень хорошо. Ну, по крайней мере, все в восторге. Здесь у нас получается кабинеты для лэшмейкеров, 2 кабинета. Проходите. Проходите. Вот. Так как это кабинет лэшмейкера, у нас здесь освещение соответствующее полностью. Тоже как бы кабинет, который я дизайн очень долго обдумывала. Так, до мелочей, вот эти люстра, бра. Все. Здесь тоже также полностью пожарно-охранная система, вентиляция, как положено. Так, а здесь у нас отдельная локация для визажистов. Вот. Сколько у нас здесь? Да, визажистам тоже очень как бы обязательно освещение должно быть и зеркало. Здесь делают все виды макияжа. Мастеров я своих постоянно обучаю, отправляю на повышение квалификации. Не только в Казахстане, и в Россию, и за рубеж. Вот, поэтому добро пожаловать нашим визажистам. Идемте дальше. Покажу вам кабинет косметологии. Большой кабинет у нас у косметолога, тоже светлый, огромный. Проходите. У нас 2 косметолога. У них у обеих высшее медицинское образование, обязательно. Тансу у нас косметолог с самого открытия. Она очень хорошо, шикарно делает массаж лица. Вот есть такой лифтинг-массаж, делает знаменитый Як Яковлевич. И как он сейчас преподает в Америке, живет он в Израиле. Вот он когда приезжал в Алмату, я косметолога отправляла к нему на индивидуальное обучение. Как бы у нас в Актюбинске, насколько я знаю, такой массаж, как делает Тансу, никто не может. Сколько рабочих мест? Какой коллектив? У нас в коллективе 23 человека, все девушки, как вы заметили. Ну, планируем еще как бы добирать, потому что спрос большой, мы не успеваем. Особенно сейчас большой дефицит парикмахеров. Вот я взяла парикмахера, отучила ее в Москве в Академии Долорес. Это высший пилотаж как бы для парикмахеров. После Академии Долорес найти работу — это просто невозможно. Но Академия Долорес, оно о себе сразу дает знать. Вот наш парикмахер поехала, отучилась, приехала, да, она уже ножницы держит по-другому. Как бы вкладываюсь я в мастеров как больше, чем надо. Первостепенно все-таки это профессионализм мастеров.
Обязательно, без этого никак. И должен быть все равно бывает кому-то дано это делать. Вот я подбираю свой коллектив таких специалистов, чтобы не просто они умели это делать, а чтобы они любили эту профессию. Вот это очень важно. Мне кажется, судите по себе и подбираете именно под себя. Ну, что... да, хочется, чтобы вот на работу приходили как на праздник. Косметология в последнее время просто не только девушки и женщины. Кажется, нет, да. Да, у нас очень много постоянных клиентов, мужчин, которые приходят на массаж лица, на чистки, на биоревитализацию. Ну, разные процедуры, процедур очень много, поэтому, пожалуйста, тоже. Для мужчин сейчас видели отдельное есть. Да, сейчас мужчины вообще капризный народ, да, так скажем. Да, идемте, покажу. У нас вообще наверху, на втором этаже, есть два VIP-кабинета. Но мужчины не хотят. Есть мужчины, которые не хотят сидеть в зале, даже если это VIP-кабинет, как бы они выходят в зал, видят женщин, да, но они не хотят сидеть с женщинами. Ну, в общем, зале нам пришлось сделать VIP-кабинет для наших мужчин. Проходите. Вот. Это кабинет для мужчин. Мужской кабинет, так скажем. Даже да, вы знаете, здесь, когда создавался дизайн, я попросила дизайнера, чтобы, говорю, вот чтобы заходили и чувствовал, что это мужской кабинет, да, что это кабинет для мужчин. Даже здесь люстра, вот если заметите, вот как бы в таком охотничьем стиле, да. Вот. Но я думаю, что у нас задумка получилась, что кабинет получился именно с таким стержнем. Вообще выше пилотаж. Давайте посмотрим. Идемте. Потому что и лестничный пролет просто шикарен. Почему он сделан в эко-стиле? Почему? Потому что я вообще сама за эко. Как сейчас, да. И знаете, я даже вот стараюсь сейчас, ну, как бы работаю со своим коллективом, чтобы отходы перебирать. Как мне кажется, сейчас такое время, когда мы должны свою экологию, думать о своей экологии заранее, да? Чтобы нашим детям будущее, чтобы было чистое. Вот, как бы, и мне захотелось вот что-то вот такое необычное сделать. Смогли даже здесь уголок сделать. Да. В своем салоне мне хотелось каждый сантиметр использовать, чтобы каждый сантиметр, каждый метр, как говорится, работал. И мы создали вот такой уголок для детей, когда, ну, сейчас такое время, когда мамочки не успевают. И у нас три администратора. Один из администраторов присматривает за детьми, когда мамы, ну, на процедурах. В бьюти-индустрии я 15 лет. Из них 10 лет я мечтала о своем салоне, чтобы он получился не таким, чтобы он получился необычным. Здесь получается у нас такой мини-зал ожидания для клиентов. Получается, почему именно дерево? Мне хотелось, чтобы когда клиенты ждали мастеров, чтобы было уютно, тепло. Поэтому именно в этой части мы подобрали с дизайнером такие оттенки в теплых тонах. Вот. Идемте дальше. Здесь у нас получается вход, да, это тоже очень важно, чтобы когда клиент зашел, было светло, ярко. Ресепшн, у нас администраторы, все здесь предусмотрено специально, чтобы ресепшн был высоким, чтобы клиенту было удобно стоять, это все как бы высчитывалось в сантиметрах, так скажем. Вот. Идемте сюда. Здесь у нас получается зал для парикмахеров. Вот. А здесь получается у нас вот VIP-кабинеты, которые я говорила. Здесь у нас получается тоже мужской зал, но мужчины больше любят вниз, когда, ну, так, полностью закрыто, так скажем, да? Вот это вот витражное стекло очень классно играет. Да, нам нужно было как-то отделить зал и кабинеты, но при этом не закрывать, чтобы не получилось вот маленькие комнатушки. Я покажу вам маникюрный зал наш, маникюрный, педикюрный.
Так, ну, эта картина уже, наверное, стала нашей визитной карточкой, так скажем, когда у нас клиенты бывают, все фоткаются этой картиной, даже вот маникюрчик выставляют, да? Вот, идемте, покажу вам свой кабинет. А это мой кабинет. Получился такой светлый, потому что когда я работаю с клиентами, нужно, чтобы было дневное освещение. Это очень важно для бровистов. Ну, все удобства для наших гостей, как говорится. А вот тут у нас получается ручная работа. Я училась в художественном лицее и попросила свою учительницу, которая вообще меня мотивировала рисовать вообще по жизни, да? Я ее попросила нарисовать мне что-то необычное. Это все нарисовано кистью. Ничего себе. Да, вот такое произведение. Вы выпускница художественного лицея. Да. Поэтому вы выбрали именно рисование, может. Да, вы знаете, я училась в художественном лицее 6 лет. Вообще хотела быть в сфере дизайна, дизайнером, да. Но в тот момент, когда я окончила школу, это не так ценилось, как сейчас. У меня отец художник, это, наверное, все равно как-то передалось, потому что и сестренка у меня бровист, как вы знаете, да, Селя? Вот, поэтому это мое. Я могу сказать, что я нашла свое, и я прям рада, что я на работу иду, как на праздник. Расскажите вот теперь свою историю. По идее, вам можно и не работать, но тем не менее, вы принимаете клиентов. Вы знаете, очень часто мне задают в последнее время этот вопрос, да, почему я работаю. Потому что мне это нравится. Я люблю свою работу. Я не могу просто ходить в салоне и контролировать. Я должна быть вот внутри, вариться вместе, как говорится. Из-за того, что, наверное, это мое, я люблю свою работу, я люблю разговаривать со своими клиентами, да. У меня клиенты обслуживаются по 15, по 13 лет. Я уже знаю, что там дочка школу закончила, пошла учиться, замуж вышла, родила. Ну, как-то мы уже как родственники, в общем. Да. Вот, поэтому, когда это любимая работа, мне кажется, это даже не обсуждается. Там, пойду на работу, выйду, не выйду, вот. Даже не думала, что я могу не работать. Мне кажется, и поэтому вам легко и контролировать салон красоты, идет своя работа, вы здесь работаете, то есть одно другому не мешает. Да, это, конечно, нелегко, но я стараюсь, чтобы и мне было комфортно, и моим мастерам было комфортно, и нашим клиентам в первую очередь, да. И из-за того, что у нас такой коллектив, мы очень дружны, у нас получается лучше, чем мы хотим. В нашей сфере вообще нельзя стоять на месте. Я и так, даже когда я беру на работу мастеров, я сразу говорю, вы готовы обучаться, расти, не стоять на месте. Если вы готовы, вы знаете, что вы будете учиться, развиваться, тогда вы добро пожаловать в нашу команду. Да? Но если вы не за, тогда я такого человека даже в коллектив. Мне не хочется, чтобы мой коллектив тормозили. Мне хочется, чтобы шли к нам девушки, женщины, дамы, да, вот еще очень часто сейчас подбирается вот возраст в коллективе. Я считаю, что нет, так не должно быть. Мне кажется, должны работать талантливые мастера. Все.